Маэстро акварели. Так величают его коллеги-художники. Действительно, это уникальнейший живописец. Когда-то давно, в юности, он полюбил технику акварели, хотя значительную часть творческого пути посвятил витражу, афорту, росписи по эмали и фарфору. Творчество Сергея Николаевича посвящено родной стране, неповторимому очарованию старинных городов России, русской архитектуре, чудесной и многоликой природе. Он открывает зрителям красоту окружающего мира, как бы продолжая работу своих предшественников Левитана, Саврасова, Шишкина. Он развивает традиции лучших мастеров акварельной живописи. Основной техникой Сергея Андреяки является многослойная живопись акварелью. В работе используются лессировочные прописки, зачастую по 20-30 слоев, как на сухой, так и на мокрой поверхности листа бумаги. Любимая тема художника – городские и сельские пейзажи. Натюрморты с фруктами, предметами быта, старинной утварью, книгами, и, конечно, с цветами. Цветы – его любимая тема. Их великое множество – полевые, садовые, редкие тропические. Результатом его путешествий стало множество акварельных работ, повествующих о жизни Англии, Франции, Италии, всех уголков планеты, где ему удалось побывать. Сергей Николаевич Андреяка родился в 1958 году в интеллигентной семье. Мама – преподаватель немецкого языка, переводчик. Папа – заслуженный художник РСФСР, преподаватель художественной школы Московского художественного института имени Сурикова с момента ее основания в 1939 году. Рисовать Сережа начал рано, под чутким руководством отца. В 1976 он окончил художественную школу и поступил в Московский государственный художественный институт имени Сурикова. В 1977 скончался отец, и юноше пришлось совмещать учебу в институте с преподавательской деятельностью в художественной школе, которую он только что закончил. В 1983 его принимают в Союз художников СССР. А в 1999 при содействии мэра Москвы Юрия Лужкова открывается Московская государственная специализированная школа акварели, детище Сергея Андреяки, с музейно-выставочным комплексом, с программой обучения, разработанной ее руководителем. Преподаватели обучают своих учеников своим примером, выполняя в классах все задания параллельно с учащимися, давая пояснения по ходу работы. Осенью 2012 года в Москве открывается Академия акварели и изящных искусств Сергея Андреяки. Высшее художественное учебное заведение нового типа, не имеющее аналогов не только в России, но и в мире.
широко известный любителям живописи, проводимые Сергеем Николаевичем мастер-классы. Яркое зрелище, где он раскрывает секреты своего искусства, работая перед аудиторией и комментируя все, что происходит на листе бумаги под его кистью. Вместе с живописцем в процессе создания картин принимают участие и зрители, проходя все этапы от карандашного эскиза до финального мазка. Сергей Николаевич Андрияко – счастливый семьянин, отец шестерых детей. Три его дочери уже стали художниками и участвуют в выставках вместе с отцом. Сам Андрияко провел более 500 персональных выставок как в России, так и за рубежом, в том числе в Германии, Италии, Китае, Японии, Болгарии, Англии, Швейцарии, Франции, Австрии и других странах мира. Его работы находятся как в крупных музеях различных стран, так и во множестве частных коллекций по всей планете. За выдающийся вклад в культуру он награжден множеством грамот, медалей и орденов, в том числе орденом Александра Невского от Российской Федерации и памятным знаком «Человек тысячелетия» в 2009 году.